есть кое-что, что мы с твоим папой... Есть то, о чем мы с мамой хотим... Мы хотим с тобой поговорить. Хотя это довольно серьезно. Ты меня слышал? Что случилось с моим бельем? Ой, я понятия не имею. Простите, мы знакомы? Да, нет, Я тебя сбила. Извини. Кстати, я Альма. Даем тебе время твоей жизни. Привет. Привет. Наверное, пора идти. Кто сказал? Если только у тебя нет дел. У меня ничего. Нет, время идет. К чему спешка? Потому что боюсь, что вот-вот в тебя влюблюсь. Я в порядке. Правда, все нормально. Можно быть не в порядке. Это много. Это слишком. Так что двигай. Хочу лечения, зря тратящего время. Зачем рискуешь? Не могу смириться, что меня забудут. Я могу идти, правда? Ладно, ладно. Ты как?